Эти люди преодолели уже сотни, а то и тысячи километров. Они приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Югорска, чтобы увидеть самые таинственные, труднодоступные и красивые уголки Северного Урала. Впереди древнейшие горы, таежные реки и встречи с людьми, которые живут вдали от больших городов. Наше путешествие начинается в городе Нягань на вертолетной площадке. Ми-8 блестит свежей краской. Пилот и штурман уже получили сводку метеорологов. Погода летная, пора в путь. Я даже улыбаюсь с утра. То есть один позитив, другого не дано. В пути 2 часа. В иллюминатор виднеется все, чем знаменита Югра. Бескрайние леса и болота, а среди них железные гиганты, предприятия по переработке и транспортировке того, что называют народным достоянием. Вместе с регионом сменяются ландшафты. Наш вертолет снижается и делает посадку на огромном плато. От площадки тянется километр отсыпанной тропы. Передвигаться можно только по ней. Таковы правила Печора-Илычского заповедника. Гигантские истуканы Мань-Пупунер видно издалека. Согласно исследованиям ученых, около 200 миллионов лет назад уральские горы в этом месте были гораздо больше. Мягкие горные породы разрушились под воздействием снега, дождя и ветра, а крепкие приняли причудливую форму и до сих пор возвышаются над Уральской тайгой. Местные народы Манси и Коми каменных великанов Мань-Пупунер сделали местом культа, а их возникновение окутали многочисленными легендами. Все места хотели попасть плохие духи, черные силы, и местные, значит, шаманы сплотились, объединились и не дали им пройти дальше, и, так сказать, обратили их в камень. Для русских путешественников это тоже место культа. Плато с каменными останцами внесли в список 7 чудес России. Наравне с озером Байкал, горой Эльбрус и долиной гейзеров на Камчатке. Александр и Наталья прилетели сюда из Москвы за красивыми кадрами. Благодаря этим туристам на протяжении всего путешествия мы будем наслаждаться видами Уральского севера с высоты птичьего полета. Заряд энергии, бодрости и так далее, ну и что-то сокровенное, сакральное. Вот такое место. Попасть в это сакральное место любители дикой природы стремятся уже не первый год. Чтобы по уникальному плато не ездили на машинах и квадроциклах, здесь построили кордон. Инспекторы Печора-Илычского заповедника круглый год живут неподалеку от каменных истуканов. Передвигаться на технике строго запрещено. Для вертолетов организовали площадку. Раньше добираться до этих мест было очень трудно человеку неподготовленному, физически неподготовленному. Поэтому они шли сюда с большими рюкзаками несколько дней. Сейчас посетить данные достопримечательности можно в течение 1 дня. Спустя 1.5 часа наш вертолет снова поднимается в небо. Бескрайние просторы тайги поражают воображение своими размерами. Единственное, что напоминает в этих краях о человеке – тропа, проложенная туристами по горным хребтам. Она ведет от плато Мань-Пупунер к трагически известному перевалу Дятлова. Между ними порядка 100 километров. Пешком путь занимает неделю. На вертолете мы добираемся за 30 минут. Этот перевал между горой Халатчахль и безымянной высотой, без преувеличения. Самая известная точка на карте Урала. Сюда регулярно прилетают, приезжают, приходят журналисты, исследователи и просто туристы. Про перевал Дятлова даже сняли голливудский фильм. В феврале 1959 года при загадочных обстоятельствах в этих горах погибла группа свердловских туристов. Высота, встретившаяся им на пути, высота, я имею в виду, вершина, одна из,
Это вот гора Халачахаль, в переводе с местного наречия, как бы, гора девяти мертвецов. И вот здесь они нашли свое пристанище, погибнув вот на этом склоне горы Халачахаль, установив лагерь. Под руководством студента Уральского политеха Игоря Дятлова на лыжах туристы отправились на гору Атартен. Она находится в двух десятках километров отсюда. Загадку, что же пошло не так, люди пытаются разгадать до сих пор. Материалы уголовного дела гласят, причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую те были не в состоянии. Аня, а что здесь, книга отзывов Перевала Дятлова? Расскажи. Ну, все пишут свои комментарии какие-то, пожелания другим группам, ну, которые сюда приезжают. Рассказывают о себе, о том, как они сюда добрались, на чем они сюда добрались. Пилот Дмитрий Никитичев над Северным Уралом летает 2 года. Говорит, загадка Перевала Дятлова пугала только первое время. Стихийная сила здесь действительно есть, и она требует мастерства пилотирования. Но ни с какой мистикой эта сила не связана. Ну, вообще, да, в горах тут очень погода бывает такая непредсказуемая. И даже облачность, если она высокая, то есть закрывает все, то есть и не пробраться сюда. Плюс то, что высота большая, то есть требует немножко другой как бы техники пилотирования вертолета. То есть более все плавно должно быть, потому что воздух разряженный. На перевале Дятлова наша группа разделяется. Несколько человек отправляются дальше на болотоходе. Такой вид транспорта хорошо подходит для передвижения по уральским краям. Независимая подвеска позволяет с легкостью преодолевать камни, а шины низкого давления не портят почву. Большая часть группы продолжит путь на вертолете. Он доставит их на берег реки Лозьва в 30 километрах отсюда. А я вместе с гидом и еще 2 участниками экспедиции – доберусь туда по пешеходной тропе, той самой, по которой полвека назад, незадолго до гибели, шла группа Игоря Дятлова. Пешеходная тропа на перевал Дятлова проходит в долине горной реки Ауспия. Вода в ней настолько чистая, что можно пить сырой. Наш путь гораздо проще, чем путь дятловцев. Они поднимались на перевал на лыжах суровой зимой. Мы спускаемся вниз, да еще и летом. Собравшись вечером возле костра, готовим пойманного по пути хариуса и обсуждаем тему, которая более полувека не теряет своей актуальности. Не шли туда, во-первых, как исследователи и экспериментаторы. Скорее всего, было занесено какое-то оборудование, которое было построено под руководством Игоря Дятлова. Они шли проводить эксперимент, который увенчался успехом, но привел к трагическим последствиям. 30 километров преодолеем за 1,5 дня, пройдем несколько оборудованных стоянок и даже встретим туристов. Эта тропа не зарастает, ведь чтобы почувствовать атмосферу уральской тайги, мало проехать и пролететь, хотя бы несколько километров нужно пройти пешком. Многолюдное место на сотни километров. Импровизированная парковка раскатана техникой. Тем, кому не хватило места в избе, поставили палаточный лагерь. Чтобы попасть в баню, нужно занять очередь. Эту площадку на берегу Лозьвы посреди тайги знает каждый, кто хоть раз отправлялся в путешествие на перевал Дятлова, гору Атартен, плато Мань-Пупунёр. Здесь пролегает, так сказать, несколько путей маршрута сходятся, и пешеходные, и квадроциклетные, и джиперские. Да, и водные маршруты начинаются. Соответственно, ну вот на данный момент это место выглядит так. Избу и баню на берегу Лозьвы поставили представители малого коренного народа Уральского севера манси. Они останавливаются в ней во время охоты. Изба не закрывается и пользуются ей все желающие. В разгар туристического сезона здесь нет отбоя от посетителей. В народе площадку прозвали «База Ильича». Это был такой купец, он где-то в начале 20-х, конце 19 века обосновал здесь избушку, вот, и принимал, скупал у местного населения, народов манси, шкурки.
На этот раз, помимо нашей туристической группы, на базе Ильича еще две. Для этих квадроциклистов и автомобилистов путешествие по Северному Уралу подходит к концу. Они недавно спустились с перевала Дятлова. Ездили туда первый раз и, похоже, что не последний. Это незабываемое ощущение, которое вот ни с чем не сравнить. И не мы себе отбили все, что можно, но это того стоит. Да, у нас вот тело примерно такого же цвета, как куртку у Вити. И самое, знаете, что еще было интересное? У нас сейчас месяц август на дворе, а мы играли вчера в снежки на перевале. Для нашей группы здесь начинается водное путешествие. Собираем катамараны. Впереди несколько десятков километров по лозьве, священной Мансийской реке. Свое начало река Лозьва берет на склоне горы Атартен в озере Лунху-Саптур. В переводе с мансийского это значит «озеро одинокого гуся». Согласно легендам местных народов, во время Великого потопа один единственный гусь спасся от гибели, приземлившись на озеро, расположенное высоко в Уральских горах. Скорость течения Лозьвы порядка 6-7 километров. Опасных порогов и перекатов здесь нет. Сегодня Лозьва – одна из немногих уральских рек, где до сих пор водится благородная рыба – таймени хариус. Мы часто делаем остановки, чтобы свое счастье попытали любители рыбалки. Благодаря Роману из Санкт-Петербурга на ужин сегодня свежая рыба. Очищаем рыбу от чешуи, вот, всех потрохов, филируем ее и слегка маринуем имбирем. Вот, вот и все. Подаем соевым соусом и, соответственно, маринованным имбирем. Мурат Рахимов в этой экспедиции ответственный за еду. Профессиональный повар. Раньше работал в городских кафе и ресторанах. С недавних пор готовит в тайге. Вместо плиты – костер, вместо холодильных камер – горная речка. И это ему нравится. Здесь есть свой шарм. Какой? Вот. Какой? Ну, во-первых, сама природа. Во-вторых, знакомство с людьми, да? Вот, хоть и это природа, но все равно ты едешь с командой. На природе классно. Пока на костре готовится плов, туристы делятся впечатлениями. Позади два десятка километров по воде, и это только начало. Кстати, я не знал кедровку. Сегодня она прям нас увидела и так... Такая нежно-нежно. И сегодня нас порадовал медведь большой-большой кучкой. Во второй день нашего водного путешествия по Лозьве густой лес сменяют величественные скалы. В некоторых из них скрыты пещеры. Здесь очень большое количество пещер. Не только таких, которые вход с воды, но и вход с суши, где манси до сих пор могут хранить продукты. Мансийская маска, привязанная на дереве неподалеку от пещеры, будто наблюдает за теми, кто двигается по реке. Самих манси мы тоже увидим. Скромные избы на берегах, у воды деревянные лодки. Мансийка Альбина Анямова ходит вдоль Лозьвы с самодельной снастью, но хариус сегодня не клюет. Что-то поймали сегодня, нет? Нет, только что. Сегодня в поселке Ушма проживают два десятка человек. Эти домики на берегу Лозьвы построили в начале 2000-х специально для манси с подачи первого свердловского губернатора Эдуарда Росселя. Правда, в процветающую национальную деревню Ушма так и не превратилась. Год от года манси здесь все меньше и меньше. Старики умирают, молодые уезжают. Валерий Анямов с Уральского севера в свое время тоже уехал. Сначала учился в Санкт-Петербурге, потом работал в Ханты-Мансийске. Тянет на родину, поэтому и вернулся. Все равно он где-то там в городе жил все время. Ну, такое ощущение, как будто в командировке. В отличие от своих северных соседей, народов тундры, коми, хантов и ненцев, манси – лесные люди. Занимаются рыбалкой, охотой и собирательством. Оленей они тоже разводили, но этот промысел забросили в середине 90-х годов. Через Ушму проходит дорога, которая ведет к подножию перевала Дятлова. Поэтому туристы в мансийском поселке – частые гости.
Правда, рады тут далеко не каждому. Когда приезжают к нам организованные группы туристов, это хорошо. Плохо, когда дикари, многие приезжают просто водки попить. Главная проблема – алкоголизм. Спаивают местный народ. Примечателен поселок Ушма не только тем, что живут в нем представители малого коренного народа. До 1996 года здесь располагалась колония поселения. Серыми пятнами на фоне зеленой травы темнеют лагерные руины. С высоты птичьего полета остатки колонии выглядят особенно жутко. Заглядываем и внутрь. Эпоха ушла, вещи остались. Валенок залатан и здесь, и здесь, и здесь, в самых таких местах. Это до того он заношен, до того в нем столько прошли, что диву даешься. Расконвоированные заключенные трудились на лесоповале. В Ушме помимо жилых бараков была лесопилка, баня и клуб. Лучше всего сохранилось овощехранилище, видимо потому, что частично здание располагается под землей. Старые бараки постепенно разбирают манси. На реке Лозьва до сих пор виднеется деревянная кладка. Осужденные укрепляли берега перед молевым сплавом леса. Там, где нет дорог, бревна обычно переправляют по реке. И все эти постройки – далеко не единственное, что народу манси осталось от заключенных. До сих пор еще остались, да, наследство от лагеря. Смешанные дети. Двигатель Урала громко ревет. Большая машина медленно, но верно преодолевает топь. В 7 километрах от Ушмы еще одна точка притяжения Уральского севера. При виде этих деревянных избушек посреди глухого леса и колоритного старца кажется, что попал в сказку. Это ощущение становится еще сильнее, когда хранитель таежной базы начинает говорить. Уникальность этого места в том, что под нами находится камень, который уже разлагается, ему миллионы лет. Здесь очень большая идет энергетика, магнитная аномалия, она положительная. Формально Анатолий Иванович работает на базе администратором. На самом деле встреча туристов, рассказы про Таежное озеро и Уральские горы для него что-то большее, чем должностные обязанности. Вместе с верным псом Шариком Анатолий Иванович приглашает нас на экскурсию. Пойдем в наше родовое хранилище. Ледник, построенный по технологиям предков, расположен в лесу на пригорке. Холодильника у Анатолия Ивановича нет, зато есть много мяса. Таежный житель охотится на лосей, глухарей, а еще он заядлый рыбак. Ее ненадолго, не волнуйтесь. По лестнице, покрытой изморосью, Анатолий Иванович спускается на глубину 3 метра и исчезает в темноте. Через пару минут возвращается на поверхность с ведром лосятины. Муку, крупы и сахар хранит в лабазе, который похож на избушку на курьих ножках. Неподалеку еще один маленький домик – коптильня для рыбы. Анатолий Иванович с гордостью сообщает, в этом озере полно щуки. И любители рыбалки, конечно же, отправляются это проверить. Ужин пойман за пару часов. В обычной жизни мы таких выпускаем, потому что рыбка это очень маленькая, маленький еще ребенок. Эта щука уже побольше. Любители красивых кадров тем временем поднимают в небо свой квадрокоптер. С воздуха разглядываем большое болото, по которому мы пробирались на грузовике. Сейчас на болотных кочках поспела морошка, ягода, которую в Свердловской области найти не так-то просто.
эту можно было не переворачивать. Ну ладно. Вот ты смотри, вот где желтизна. Это уже красота. Вот нормально, это нормально уже пошла краснота. Вот эту большую, вот эту, да-да-да, желтизна пошла. Вон. Под четким руководством Анатолия Ивановича на летней кухне наш повар Мурат жарит пойманных щук. В перерывах между советами по приготовлению рыбы хранитель таежной базы рассуждает о развитии туризма в Уральских горах. До вершины Чистопа от этого места 29 километров всего. Здесь можно проводить зимние Олимпийские игры. Не надо затрачивать по 250 миллиардов. Здесь природа создана такие условия, что можно сделать стрельбу, такую как биатлон, лыжные гонки вокруг Чистопа. Можно на сноубордах спускаться. Провожая нас, Анатолий Иванович не прощается. Он вообще никогда не прощается с туристами и напутствует, чтобы возвращались. Помимо этого таежного озера, трагически известного перевала Дятлова и могучих каменных истуканов Мань-Пупунер, на Уральском севере еще много не менее красивых и загадочных мест. Люди едут в Грецию, люди едут на Бали, люди едут в Турцию. Вот. А России они не знают. Урал-Вахтовка – общественный транспорт уральской глубинки. Проезжает по разбитым лесовозным дорогам, форсирует реки. В кузове помещается более двух десятков человек. Рюкзаки, палатки, спальники и даже катамараны. Нам предстоит проехать порядка 40 километров. Экспедиция завершится в поселке Вижай. Печка, электричество, от аккумулятора преобразователь, плитка. А вы говорите, автодома. Германии. Фу! Все эти удобства владелец вахтовки Владимир Черный создавал для себя. Осенью и зимой на Урале он уезжает в тайгу на охоту. Летом занимается заброской туристов к подножию перевала Дятлова и в верховья рек. Год от года желающих отдохнуть вдали от цивилизации все больше и больше. Надоедает город. Все хотят уединения. А здесь природа нетронутая. Сам Владимир в этих краях родился и прожил всю жизнь. За разговорами пролетает 4 часа. Сгоревший лес за окном Урала означает, что Вижай уже близко. Поселение на слиянии рек Лозьва и Вижай основали еще в позапрошлом веке. В советское время в этих краях организовали колонию. Заключенные жили здесь до 1997 года. Потом учреждение закрылось, и люди начали уезжать. Но несколько человек остались в таежном поселке, несмотря на отсутствие работы, нормальных дорог, электричества и легенды народа манси, представители которого это место предпочитают обходить стороной. Жить здесь манси нельзя, ночевать нежелательно. На вопрос, почему, они говорят, ну так получилось, что место, где могли находиться только шаманы. Страна узнала об этом отдаленном населенном пункте в 2010 году из сюжетов федеральных каналов. Тогда на Северном Урале бушевали страшные лесные пожары. Они уничтожили десятки километров тайги и поселок Вижай. В этом есть что-то непростое. Не буду утверждать, что это какая-то супермистика, но это не просто так. Скалы, которые окружают Вижай, нам показывает местный предприниматель Виталий. Мужчина впервые приехал сюда в конце 80-х годов. В чистых таежных реках тогда было много тайменя и хариуса. Сейчас эти виды на грани исчезновения. Виталий на протяжении нескольких лет пытался это исправить. В тайгу он привез ученых и вместе с ними занялся искусственным воспроизводством рыбы. Мы впервые попробовали это в диких условиях. С сохранением производителя в живом виде воспроизводить тайменя хариуса. Производитель выпускали в реку, а
молоть подращивали немножко и выпускали тоже в реку. То, что таймень до сих пор в реке, это наша заслуга, я считаю. В 2010 году у Виталия сгорели дома, квадроциклы и снегоходы. На протяжении 8 лет он заново отстраивает туристическую базу. В отличие от Манси, лесные пожары мужчина связывает вовсе не с мистикой, а человеческой безалаберностью. Предприниматель считает, что сегодня над Вижаем снова нависла угроза – экологическая. Ведутся подготовки к разработке медно-цинкового карьера. Добывать будут открытым способом. Соответственно, будут загрязнены реки Вижа и Тошемка. Это считайте, что практически вся Лозьва будет ниже мертвой, если не предпринимать никаких шагов, не контролировать. На Вижае наше путешествие по Северному Уралу заканчивается. И теперь, когда позади порядка 200 километров, жители мегаполисов признаются, впечатляют не только древнейшие горы и глухая тайга, но и люди, живущие в этих не только красивых, но и суровых краях. По сравнению с их проблемами, с тем, что они прошли, с тем, как они здесь живут, помогают друг другу, выживают, все какие-то городские проблемы кажутся настолько мелкой суетой, конечно, с таких людей хочется брать пример.